Yesterday, I said that I ended up speaking about revival. Вчера мы закончили на теме пробуждения. And said that the way that evangelical Christians speak about revival. И сказали, что евангельские христиане. Was something that really began around the 1730s, around the year 1730. Когда евангельские христиане говорят о пробуждении, то обычно мы имеем в виду, что он начал где-то в 17-18 веках. And this was really the beginning of the evangelical movement. И это стало началом евангельского движения. Spread so much across the world since. И которое потом распространилось по всему миру. And I just begin by summarizing points I made about revival. Я подведу некоторые итоги по поводу пробуждения, то, что я сказал. Revival is concerned with outpouring of the Holy Spirit. Пробуждение — это всегда есть излияние Духа Святого. That brings people to conversion. Которое приводит людей к обращению, to repentance for sin, к покаянию в грехах. To a personal knowledge of Jesus, к личному познанию Иисуса как Спасителя, Lord, Господа, and an assurance that Jesus has saved them. И также уверенность у них есть, что Иисус спас их. Now, that was what is meant by revival, with the added point that the evangelicals speak about revival when an outpouring of the Holy Spirit impacts thousands of people. И также евангельские христиане говорят, что происходит пробуждение, когда происходит излияние Духа Святого, и это влияет на тысячи людей. Now, вовлекает тысячи. I was also saying this really began with the beginnings of the evangelical movement. Также это началось все с евангельского движения. And so I want to summarize first the key elements, the distinctive emphases of evangelicalism. И ключевые моменты либо отличительные особенности евангелизма, либо можно сказать евангельского движения. There are perhaps four main elements. Может быть, четыре основных элемента. From the beginning of the evangelical movement, с самого начала евангельского движения, that we still find today, которые мы даже в наши дни можем видеть. First, there was an emphasis on the cross of Jesus Christ. Во-первых, был акцент на особенное ударение на крест Иисуса Христа. On the doctrine of the atonement. Также на доктрину искупления. That Jesus died for our sins on the cross. Иисус умер за наши грехи на кресте. And often the language of substitution was used. И часто использовалось язык и термин такой, как заместительная жертва. Замещение, заместительная жертва, что Иисус занял наше место. The second point about evangelical faith. Следующий факт в отношении евангельской веры. Emphasis on the Bible. Это ударение, особенно акцент на Библии. And on the Bible as the only authority for Библия Christians. Как единственный авторитет для христиан. A third point. Третий факт. This focus on conversion. Это тоже фокусировка на обращении. На личном обращении человека. And this is an experiential conversion. И это обращение, которое нужно самому испытать в жизни, на опыте. And the fourth element was, четвертый элемент был, that it was very outward directed, it was dynamic, что это направлено на внешнее. Evangelistic. Динамическая, евангелистическая. A whole new missionary work. Что привело к миссионерской деятельности. And
It has been characteristic of evangelical Christians. И что это качество евангельских христиан. They see the highest priority of the church. Они видят высший приоритет церкви. As evangelism. В том, чтобы евангелизировать. Now, the revivals of the 1730s and 1740s. И пробуждения, которые были в 1730-м, 1740-м годах. Great Britain and in North America. Происходили в Великобритании, в Северной Америке. This was before the formation of the United States. Это даже было до основания Соединенных Штатов. This touched Christians of different churches. Это повлияло на христиан из разных церквей. And the amongst the evangelical, amongst these people who were really preaching the gospel. Евангельские христиане, те, которые на самом деле проповедовали Евангелие. Some were Calvinists. Некоторые из них были кальвинисты. Who emphasized God's absolute sovereignty and authority. Делали акцент на то, что Бог абсолютно суверенен и у него абсолютная власть. Were really saying man can do almost virtually nothing. Или же другими словами, что Бог абсолютно, что человек абсолютно ничего не может сделать. And people who were called Arminians. Армениане также, это противоположность кальвинизму. This was not a church, it was a theological tendency. Армениане. But the Wesley belonged to this tendency. И Уэсли принадлежал к этому течению либо теологической мысли армянианству. Что они говорили? Они говорили, что Божья благодать and human engagement, human, что требуется Божья благодать, требуется ответственность человека и решение человека, его действия. This difference led to different emphases about revival. И из-за разного акцента такого привело к разному взгляду на пробуждение и привело к тому, как они это проповедовали, как они это объясняли. So that the Calvinists, they, because of their emphasis, absolute emphasis on God, и поскольку кальвинисты делали абсолютный акцент только на Боге, the only way you can prepare for revival is through prayer. Они говорили, что единственный способ, как можно подготовиться к пробуждению, это только с помощью молитвы. Просто умолять Бога излить свой дух. И они с подозрением относились к человеческим попыткам организовать, так сказать, пробуждение. This phrase may not be so easy to translate, but in English, some of these people said revivals can be prayed down, but not worked up. И эти люди говорили часто, что пробуждение можно только спустить вниз с небес с помощью молитвы, но не поднять от земли с помощью наших дел. But in the Wesleyan tradition, following Wesley. А если по Уэсли, который армянианству следовал. There was a bigger emphasis on human response, on human responsibility. Больше делали они акцент ударение на человеческой ответственности и на отзыве людей, отзыве человека. Now I mentioned yesterday another man from England called George Whitfield. И также вчера я упомянул одного человека Джорджа Уитфилда из Англии, тоже он был.
At the same time as Wesley. И он жил в то же время, что и Уэсли. He didn't live as long as Wesley. Но он не жил так же долго, как и Уэсли. Lived to be 88. Потому что Уэсли дожил до 88 лет и всю свою жизнь проповедовал. And Whitfield died, I think, before he was 60. Но Уитфилд, кажется, умер до 60 лет. And Whitfield spent a lot of his time in the American in America. Уитфилд много времени был в Америке, проводил в Америке. But you see, Whitfield was a Calvinist. И Уитфилд был кальвинистом по теологии. And Wesley was not. А Уэсли нет, наоборот. And this made a difference because they were both preaching to thousands, tens of thousands of people. В чем была разница между ними, но и тот, и другой проповедовали тысячам людей. But Wesley organized his converts into groups. И что делал Уэсли? Уэсли организовывал группы из новообращенных. Afterwards. После обращения людей. Because of his sense of the human responsibility. Потому что он знал, что на человеке лежит ответственность. And Whitfield, whose theology was Calvinist, did not organize his converts into groups. А Уитфилд, кальвинист по теологии, он не организовал никаких групп после покаяния людей. Wesley was engaged in much more pastoral follow-up. Поэтому Уэсли, по сравнению или в отличие от Уитфилда, принимал участие либо организовал пасторскую работу после евангелизма. И Уэсли организовал огромную систему малых групп. In many ways, Wesley was probably the father of the cell. И можно сказать, что его можно назвать отцом ячеечной системы малых групп, домашних групп. Now, in North America, there was what was called the first great awakening. This was a revival that impacted all the Protestant churches of New England. Получается, в Северной Америке было очень огромное пробуждение, которое затронуло абсолютно все церкви протестантские. Between 1734 and 1743. Между 1734-1743 годами. Now, when I say it impacted all the Protestant churches in North America, когда я говорю, что то пробуждение повлияло либо вовлекло some more than others, на все протестантские церкви, вовлекло все протестантские церкви. Where this revival came, some welcomed it and some opposed it. Конечно, когда это пришло пробуждение, некоторые приветствовали его, некоторые противились. And in America there was a second great awakening like this between 1800 and 1810. Потом в Америке была вторая волна пробуждения уже в 18 веке, 1800-1810 годах. In further west, in the states, especially in the area of Kentucky and Tennessee. И то пробуждение захватило в основном запад Америки, штат Кентукки, Теннесси. These are what the Americans called frontier states, которые были передовыми штатами. Because at the beginning, when the United States was founded in 1776, it was much smaller than it is today. Когда только США организовалась в 1776 году, и те штаты были намного меньше, чем сейчас, и поселенцы первые продвигались на запад, как вы знаете, проповедники и миссионеры тоже со всеми остальными людьми двигались на запад. Kentucky and Tennessee were sort of newly established states. И эти два штата, Кентукки, Теннесси, только были организованы, эти два штата. And this, the frontier situation produced, there was no stable society yet. Они находились на передовой, не было уже сложившегося, еще сложившегося общества. There were a lot of
There was a lot of disorder, было много беспорядка, including moral disorder, в том числе и морального беспорядка, and it was in this situation неустройство, that there was revival. И именно в такой ситуации было это пробуждение. Now, by the time, this time, the 1800, и к 1800 годам, the French Revolution had broken out. Начинается французская революция во Франции в 1789 году. В результате которой свергнут был царь, монарх во Франции. This shook most of Europe. It was a huge shock. Последствия от революции распространились и потрясли всю Европу, всю политическую систему Европы. And this the French Revolution and the wars that followed. Французская революция, последующие войны за ней. Under Napoleon. Под главой Наполеона. Во главе. Who, as you will know, advanced almost as far as Moscow. Who advanced? Whose armies advanced almost as far as Moscow? Армии прошли до Москвы, вплоть до Москвы. In 1812, this one of the effects of the French Revolution. И одно из последствий французской революции было. Was to focus many Christians more on the last days. Было то, что многие христиане начали задумываться, фокусироваться на последних днях. So at this point there begins to be a bigger interest in the coming of the Lord, in the end of the world. В конце той войны, наполеоновских войн, больше интереса у них было к пришествию, к возвращению Господа. And at the same time, it's interesting, you see, this was the period when the first evangelical missions to the Jews were formed. И также интересно, в этот период формируются первые миссии евангельские к евреям или для евреев. First in England, but then also in Germany. Вначале в Англии, но и также в Германии. And now I'll just say something here about Christian attitudes to Jewish people. Я хочу сказать здесь упомянуть об отношении христиан к евреям, к Израилю. You know that through the centuries Christians had assumed that God had rejected Israel. На протяжении столетий христиане пришли к такому выводу, что Бог отверг Израиль. Because the Jews had rejected Jesus as Messiah. Из-за того, что евреи отвергли Иисуса как Мессию. Said God had rejected them. Потому они сказали, что Бог отверг их. And chosen the church instead. Евреев, и вместо них выбрал церковь. So in this view, the church has taken the place of Israel. И что таким образом церковь заняла место Израиля как народа завета. In this understanding, the new covenant replaces the old. И при таком понимании новый завет замещает ветхий завет. And in this understanding, the promises given to Israel don't belong to Israel anymore. И при таким образом также пророчества, данные Израилю, больше не Израилю принадлежат, а место этого относится к церкви. Now this thinking такое мышление had been common to the whole Christian world. Было распространено во всем христианском мире, среди католиков, среди православных и протестантов. And the Reformation, и когда была реформация, did not immediately make any difference to that. В процессе реформации это не привело ни к каким-то изменениям. Как Лютер и Кальвин, они учили этой же теологии оба. At the end of his life, Luther made more anti-Jewish statements than you know, he was. Luther was a more emotional
explosive man than Лютер Calvin. Был более эмоциональным человеком, таким взрывным человеком, и он уже к концу жизни сделал больше заявлений антисемитских заявлений, ужасные вещи он говорил про евреев. But in fact, the Reformation did make a difference to Christian attitudes to Jews. Но все равно, даже во время Реформации произошла перемена в отношении христиан к евреям. Because the return to the Bible, the emphasis of Protestants on the Bible. Потому что протестанты возвратились к Библии, сделали ударение на Библии. And the need to go back and study the Bible in the original languages. И также появилась необходимость возвратиться к Библии, изучать Библию на первоначальных языках, на котором она была написана, греческом и иврите. This sort of led to much more study of the Bible and of the Old Testament. Это привело. Люди начали изучать Библию, особенно Ветхий Завет. And this had positive effects. И это повлияло. So in the 1600s, имело эффект свой. И в 16-м столетии you begin to get some Protestant scholars who start to teach that you know, the Jewish people will return to the land of Israel. В 16-м столетии появляются протестантские теологи, которые начинают учить, что израильский, что еврейский народ возвратится в землю израильскую. And that they will come to faith in Jesus Christ. И что они придут к вере в Иисуса Христа как своего Мессии. And so, and but you see, now another thing I should say is that this teaching about the Jews, it never became part of official teaching. И интересно, что это учение о евреях никогда не стало частью официального учения. Это просто было что-то, что каждый принимал само собой разумеющееся. Это никогда не было частью официального христианской доктрины, теологии. You do not find it in any statements of faith in any creeds, for example. Ни в одном из символов веры вы не можете найти этого, ну, отвержения о евреях, о их отвержении Богом. This is very important. Это очень важно. Because the fact that it's not in any of the creeds. И тот факт, что нету записи ни в одном символе веры. For the churches to change their understanding. Поэтому для церкви в наши дни намного легче изменить свое понимание, as they reread the scriptures. Когда они снова заново перечитывают Писание. Okay, now in the beginning in the 1820s, 1820-х годах, there was a small movement in Britain. Было небольшое движение в Британии, в Великобритании. That produced led to a group being formed who became known as the Brethren. Была организована такая группа, которая often the Plymouth Brethren. Их называли Brethren на русском, это как братья, группа братская. And they a key man in this, they didn't have any bishop or any one leader. И у них не было ни одного лидера, никакого епископа. But in fact, their most influential teacher. Но самый их влиятельный учитель. Was a man born in Ireland. Это был человек, рожденный в Ирландии. Whose name was Darby. Дарби его звали. Now,
Darby had a, though the group he belonged to, the Plymouth Brethren, was never very big. И хотя вот этот человек Дарби из этой группы братские христиане, маленькой группки он был лидером, но его учение очень сильно имело влияние. Во-первых, хочу сказать, что же у него было за учение. Потому что он повлиял во время дебатов об Израиле. Поэтому я упоминаю о Дарби в частности. Now, Darby saw something important in the scriptures. Дарби видел что-то очень важное в Писаниях. He saw that the hope of Israel was a this worldly hope. Он видел, что надежда Израиля, для Израиля это она в этом мире. И он видел, что обетования, данные Израилю, относятся к благословениям, относятся к благословениям этого мира, в этом творении. Что суть этих обетований — это освобождение из Египта, входа в обетованную землю, также надежда возвращения изгнанных в землю обетованную, возвращения евреев в этом мире. И также для славы Иерусалима. Города Иерусалима в земле обетованной. И он видел, что мессианская надежда, особенно которая видна в пророках, через пророческие книги, это надежда, которая есть в этом мире, в этом творении, в этом мироздании. И это очень важно. Потому что я думаю, что в этом он прав. Now, Darby also saw, также Дарби видел, that in the New Testament, что в Новом Завете there is a new focus, что там есть новый фокус. And in the New In the New Testament, и что в Новом Завете there's a big focus on the heavenly dimension. Больший фокус есть на небесном, на небесном измерении, на небесах. And so, in the Colossians, Paul writes in chapter 3, как в Колоссянам Павел пишет в третьей главе, в начале третьей главы, seek not the things that are on earth, but the things that are above. Не ищите земного, а горним помышляйте. And at the end of Philippians, также в конце Филиппийцам третьей главы, послание Филиппийцам, Paul says our citizenship is in heaven. Он говорит, что наше житие, наше гражданство на небесах. Филиппийцам 3:20. Наше жительство на небесах. Дарби tried to understand what the relationship was between the earthly hope of Israel and the heavenly hope of the New Testament. Поэтому Дарби пытался понять, какова же взаимосвязь между надеждой Израиля, которая находится здесь, в этом мире, и также надеждой в Новом Завете, которая относится к небесам. Я думаю, что это очень искренний вопрос. Right, и вполне правильно иметь такие вопросы, задавать такие вопросы. And it's a question that, see, the it's very important question for the messianic Jews. И это очень важный вопрос для мессианских евреев. Who are saying again that the
которые говорят, что они верят в Ишуа, в Мессию Израиля. И этот вопрос также важен для мессианских евреев. Это как вызов такой. Это вызов, который бросают мессианские верующие христианским церквям. Их до настоящего момента христианские церкви пока не дали вполне адекватного ответа на этот вопрос. Это задача для Духа Святого в будущем, для будущего еще решить, ответить. Поэтому Дарби задавал очень хорошие вопросы. Поскольку он видел что-то в Писании. Now, however, Darby came up with a system to answer this. Еще Дарби изобрел систему ответа на этот вопрос. And this, I think, Darby's answer was disastrous. Я думаю, что ответ же, он задал вопрос и ответил, но ответ его был катастрофическим. Because Darby's answer to the Israel focus on this world hope and the church's focus on heavenly hope. Как он ответил, что Израиль сфокусирован на надежде в этом мире? Say that Israel and the church have different destinies. То есть Израиль сфокусирован на земном, на земной надежде, а церковь сфокусирована на небесной надежде. И он пришел к выводу, что у Израиля и церкви разные судьбы, разное предназначение. Это учение привело к новому разделению между церковью и Израилем. Now, Darby also said that you see, he said that God's dealings with Israel had been suspended, had been interrupted when they rejected Jesus. Также он говорил, что Бог прекратил всякую деятельность для Израиля, среди Израиля, с того момента, когда они отвергли Иисуса. And he said, now in this time of history, since the Jesus Christ, God's focus work is in the church. И он сказал, что теперь в настоящее время, начиная со времен Иисуса Христа, теперь Бог сосредоточен на церкви, для того, чтобы церковь довести до ее небесного предназначения. And then this is where the doctrine of the rapture comes from. И вот именно тогда появляется доктрина восхищения. From this earth, all believers. Доктрина восхищения о том, что все верующие будут забраны с земли. This was the beginning of the doctrine of the rapture, in fact. В действительности это было начало, это развитие, как начала нас доктрина восхищения. Потому что система Дарби нуждалась в такой доктрине. Church has to be removed from earth to heaven. Потому что церковь должна была как-то забраться на небеса, подняться на небеса. The timetable for Israel on earth will be resumed. И потом только Бог начнет разбираться с Израилем. Только когда церковь будет поднята на небеса, потом Бог приступит к Израилю. Now, I believe myself this doctrine is disastrously wrong. Я верю, что эта доктрина катастрофически неправильна. First, because it introduces a new separation between Israel and the church. Во-первых, потому что это приводит к новому разделению между Израилем и церковью. The New Testament message is that God is uniting Israel and the nations in the church. И послание Нового Завета в том, что Бог соединяет евреев и неевреев в церкви. And so the church begins as a part of Israel. И церковь начинает с того, что является частью Израиля. And it's also
I think, wrong, because it's the task of the church. Также это неправильно, потому что задача церкви в том, чтобы подготовиться к пришествию Господа, когда Он придет. And this doctrine removes the church from the earth before the Lord comes. И по этой доктрине, в соответствии с этой доктриной, церковь забирается с земли даже до возвращения Господа. Now, it was interesting, just this is not essential to Darby's teaching. И интересно, что даже не это самое главное учение Дарби. And his movement, the brethren did in fact reject the spiritual gifts. Дарби и его учение, его последователи отвергли духовные дары. So they believed that the miracles in the New Testament were only for the beginning. И потому верили они, что чудеса в Новом Завете относились только к началу. So when the if anybody claims to speak in tongues or to have кто-то говорит, что если кто-то пророчествует либо молится языками, то должно быть это что-то ложное, потому что это относилось только к началу. So later, for example, и позже, например, the charismatic movement spread to когда начало распространяться харизматическое движение, многие из членов братского движения, when any of their members spoke in tongues, некоторые из членов которых братского движения либо церкви, некоторые из них молились языками и их исключили. Их исключали из церкви. Это doctrine of Darby. Доктрина Дарби had such a big influence имела большое влияние because of a translation English version of the Bible из-за английского перевода Библии the Scofield Bible под названием Библия Скофилда. You familiar with Scofield Bible? Если вы слышали английский перевод Скофилда Библии, because you see Scofield was an American. Потому что Скофилд был американцем, он был последователь Дарби. He never made a new translation of the Bible. Он не сделал нового перевода Библии никогда. What he did was write very extensive notes in the Bible. Он делал очень такие большие заметки на полях. Explaining the biblical text. С объяснениями библейских текстов. В свете учения Дарби. And so, thousands of evangelical Christians поэтому тысячи евангельских христиан accepted this teaching приняли это учение, because it came to them in Bible, потому что это учение Bible, with all these footnotes, было передано им с Библии, а в Библии уже были эти заметки, эти ссылки, объяснения в свете учения Дарби. One of the other effects of Darby's teaching and the Brethren movement. Еще какое влияние было учение Дарби для братского движения? It was another thing in the 1800s that was focusing attention on the second coming of the Lord, on the end times. Они фокусировались на последних временах, на пришествии Господа. And so, from this point, we find that this has been an important issue for evangelical Christians. И мы знаем, что начиная с того времени это становится таким ключевым моментом, вопросом для евангельских христиан. But the evangelical interest in the second coming of the Lord. И также заинтересованности евангельских верующих. Began in the 1800s. Пришествие Господа начался интерес проявляться в 18 веке. The movements revivals of the previous century. There wasn't much emphasis on the second coming
Только в 18 веке, если взять предыдущий век, учение Уэсли или его современникам, они не сильно концентрировались на пришествии Господа. Есть ли у кого-то вопросы? Говори. Давай задавай. Подожди. Саша. You have a question. Wait a minute. We would like to ask about your life, about how you came to the Lord, what you are doing, how I did. Your testimony about your life. Yeah, it's not topical. Maybe you can tell it later, but because we have one more question, which is topical. No, no. That belongs to a separate... I can't do that in 5 or 10 minutes. Я не могу это за 5-10 минут рассказать. Надо отдельно. Because I have quite a long life. Потому что у меня очень большая жизнь, длинная достаточно. He has a question. When there will be rapture? Sorry? He is asking, when will rapture happen? Well, I don't believe in the rapture. I think it's a wrong teaching. Я не верю в восхищение. Я думаю, что это лжеучение. I think, восхищение, а не вознесение. Because I do not think that the believers will be removed from this world before the Lord comes visibly in glory. Потому что я не думаю, что верующие будут забраны с земли до тех пор, пока Иисус не придет в своей славе. And I think also that it's a very un-Jewish doctrine. Также я думаю, что это очень нееврейская доктрина. Because you see the Jewish focus, and here Darby was right, is on this creation. Потому что если взять the Jewish convictions are very earthly. In whose teaching? Jewish faith is very rooted in this world. Вера евреев очень укоренена в этой на этой земле. So it's a promise of the land. И обетование земли. You know, there is the sign of circumcision. Также знак обрезания. And so the Jewish hope of salvation и надежда спасения евреев always of transformation всегда состоит в том, чтобы была трансформация. So this is why the belief in the resurrection, поэтому вера в resurrection of the body of воскресение arises мертвых тел out of the soil of Israel. То, что воскреснут тела на земле израильской. Особенно в пророчестве Иезекииля видно, в 37 главе. The vision of the scriptures is that at the end the heavenly will come down to earth. И видение в Писании такое, что небесное сойдет на землю. But there is always it is the task of the church on earth. Это задача церкви на земле. To prepare for the coming of the Lord in glory. Подготовиться к пришествию Господа в славе. When the Lord will come, когда Господь придет, holy ones. Со всеми своими святыми. You see, and so when in 1 Corinthians 11, 1 Коринфянам 11, Paul speaks about holy communion. Павел говорит о причастии и говорит: whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. That is, he comes to redeem this earth. He comes to reign. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу, смерть Господню возвещаете, доколе он придет, доколе он придет на эту землю. Now, of course, one of the major texts that was used to support belief in the rapture. И, конечно, один из основных стихов для доктрины восхищения. Is that? Is 1 Thessalonians 4. Это из 1 Фессалоникийцам 4 главы. 16 and 16 17. 17.
For the Lord himself will come down from heaven with a loud command. Потому сам Господь при возвещении, при гласе Архангела, в трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, так всегда с Господом будем. И основное учение о восхищении. The most systematic teaching in the New Testament is 1 Corinthians 15. Наиболее систематическое это 1 Коринфянам. And here, I think this. Here you have a more a framework given. 1 Corinthians, what chapter? 15. 15 глава, 1 Коринфянам 15 глава. From verse 20. С 20 стиха. But Christ has indeed been raised from the dead. Христос воскрес из мертвых. The first fruits of those who have fallen asleep. Первенец из умерших. For since death came through a man, как смерть через человека, the resurrection of the dead comes also through a man. Так через человека и воскресение мертвых. For as in Adam all die, как в Адаме все умирают, so in Christ all will be made alive. Так во Христе все оживут. But each in his own turn. Каждый в своем порядке. Christ the first fruits. Первенец Христос. Then when he comes, потом Христово. Those who belong to him. В пришествие его. The end will come. А затем конец. When he hands over the kingdom to God the Father. Когда он предаст царство Богу и Отцу. After he has destroyed all dominion, authority and power. Когда упразднит всякое начальство, всякую власть и силу. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. Ибо ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. And one of the difficulties we face here. И с какими трудностями мы сталкиваемся здесь? Christians have believed for a long time. Христиане долгое время верили. That our destiny is heaven. Что наша судьба это на небесах, небеса. Многие гимны поют об этом. And as though you know, this world is only a passing phase. И что этот мир является только приходящей фазой, стадией. Но является ли это учение Нового Завета? Я думаю, что это не так. И вот в чем евреи бросают вызов церквям. Это видение из Ветхого Завета. For example, так, например, Исайя 42. About the servant. О слуге. Here is my servant whom I uphold, my chosen one in whom I delight. Отрок мой, слуга мой, которого держу за руку. He will not be falter or be discouraged till he establishes justice on earth. Он положу дух мой на него и возвестит народам суд. See, and that has is the hope of Israel. Это надежда Израиля. That the world, the whole creation will be freed from sin. Что все творение будет освобождено от греха. And the kingdom of God will be established. И установится царство Божье. Not by our being taken somewhere else. Не из-за того, что мы куда-то в другое место будем уведены. But by heaven coming down to earth. То, что небеса сойдут на землю. And so, I think. For me, the most important thing is having the right
framework for understanding all these questions. Я думаю, что нужно иметь правильное понимание, предысторию, чтобы понять эти вопросы все. Because I do not think that you can build a doctrine that is presented as for all Christians on one or just two texts. Я не верю, что невозможно одну доктрину построить на одном или двух стихах, доктрину, которая учит всех христиан. Но этот один стих либо два стиха нужно понимать в контексте. Now another problem here is that modern people who read the Bible today. Еще другая проблема. Современные люди читают Библию. У них вообще другое мировоззрение. From the people who wrote it. Мировоззрение отличающееся от авторов Библии. You see, among the Jewish people of that time. И среди евреев того времени, времени Иисуса. They believed that in some way there was the realm of God. Евреи времен Иисуса верили, что существует реальность Божья. The word heaven comes to be used of the realm of God. И небеса обычно описывают эту реальность Божью. And there is life on earth. Также есть жизнь на земле. And it was believed that in between was an area that was abode of the spirits. И между небесами и землей это the air. Обитание духов. And you find this, for example, in Ephesians. Например, это можно прочесть в Ефесянам. You see, at the beginning of chapter 2, as for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and the ruler of the kingdom of the air. Ephesians. You see, the ruler of the kingdom of the air. What verse? 2. Chapter? 2. 2:2. Ephesians 2:2. This speaks about the ruler of the kingdom of the air. Мы жили. Now this is the air is referring to the zone between the realm of God above and us on earth. Мира по воле князя господствующего в воздухе. Князь господствует в воздухе, находящемся между небесами и землей. И это также привело к языку, который говорит о нескольких небесах. Paul speaks about being caught up to the third heaven. Павел говорит о том, что был вознесен на третье небо. Во второй Коринфянам. Он испытал это. Был вознесен на третье небеса. Now, this is why in so they believed in the right the, there was the air and there were different levels of heaven. And but so when Paul in Ephesians 4 Ефесянам 4 главе. Девять и десять. It speaks about the ascension of Jesus after his resurrection. Говорится о восхождении Иисуса после его воскресения. What does he ascended mean, except that he also descended to the lower earthly regions? Не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли. He who descended нешедший, is the very one who ascended, он же есть и вошедший, higher than all the heavens, превыше всех небес, in order to fill the whole universe, дабы наполнить все. So,
It doesn't say here, he doesn't say here Jesus ascended to heaven. И здесь сказано, что Иисус вошел на небеса. He went higher than all the heavens. Но он вошел превыше всех небес. Of Jesus being raised up to the highest place. Утверждение, что Иисус вознесен превыше всего. He has authority на высшем месте. All rulers, authorities. See, also in Ephesians 6:12. Также Ефесянам 6:12. It speaks about the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Говорится о духовных силах зла в духовной реальности. These forces of evil are not with God. Злые духовные силы, которые не с Богом. Heaven, также, когда они верили в разные уровни небес, you know, the lower levels were the realm of the spiritual forces of evil. Нижний уровень – это уровень сил зла, либо это царство, князи, воздуха. So, the point here, the New Testament isn't concerned to teach these points as part of essential doctrine. И Новый Завет не фокусируется на этой доктрине как на одной из основных. They were part of the Jewish worldview at that time. Все это было частью еврейского мировоззрения того времени. The point of Paul's teaching. И чему учит Павел? Is that Jesus has been raised higher. То, что Иисус вознесен выше, превыше. These than the kingdom of the air, than all these levels of the heavens. Все эти небесные уровни, либо уровни небес. Потому он находится Господом превыше всего, является Господом над всем, превыше всего творения, превыше нас. Также он открыл путь. Gives us access. Он дает нам доступ. We have a way to the Father in Jesus. И у нас есть доступ к Отцу через Иисуса, даже проходя через все, что между нами стоит. And so that is the key teaching in Ephesians. Это ключевое учение в послании Ефесянам. Why do I say this now? Well, I think this may throw light. Я думаю, что это может пролить свет. 1 Thessalonians 4:17. About meeting the Lord in the air. О том, что встретить Господа в воздухе. Because the air was previously the realm of spirits and so on. Потому что воздух, который является реальностью духов. And this is saying that it may be saying it's maybe another way of saying that the powers of the king of the air are destroyed. Поэтому, может быть, другими словами он говорит, что силы тьмы, силы зла уничтожены. There are some people who think that the Christians being caught up to meet the Lord as he comes. И также, что христиане будут восхищены для того, чтобы встретить Господа. Based on the fact that when the king or the emperor visited a city, и тот факт, что когда царь либо император входил в город какой-то, то народ выходил за пределы города, чтобы встретить его. And this may be also a way of saying that of them of everyone of it may be part of the idea of the welcoming of the Lord. И может быть это часть идеи приветствия Бога, приветствия Господа. See, the question is here. The key question is where is our final destiny? И ключевой вопрос в том, где наша судьба находится окончательно. But my deepest reason for questioning the teaching on the rapture. И причина, по которой я подвергаюсь сомнению доктрину о восхищении.
is that I think it is the task of the church to prepare for the coming of the Lord and to announce the coming of the Lord to everyone until he comes in glory. And and it is the task of the church to make Israel jealous. И это задание церкви в том, чтобы пробудить Израиль, в Израиле ревность. So, okay, it's time for the break. Поэтому давайте перерыв.